Так, а мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля. Это у нас Renault Megane 99 года, 223 тысячи пробега, 1.6 бензиновый двигатель, стоит эта машина 4300 злотых. Это у нас? Ну, это у нас $1000. Так, $1000 за вот такой вот автомобиль. Хочется верить, что здесь действительно такой маленький пробег. Ну, дай бог состояние автомобиля на ура. Не, реально, внешне красивый красный цвет такой. Слушай, а мне чем-то симпатична эта машина, если честно. Ладно, мы переходим дальше, погнали. Так, а мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля. Это у нас Audi A4 в B5 кузове. 96 года, 334 тысячи пробега, 1.8 бензиновый двигатель. Стоит эта машина 3,5 тысячи злотых. Это у нас $820 стоит вот такая вот Audi. Вот такая вот Audi в кузове универсал. А мы переходим дальше, погнали. Так, ну что? А мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля. Так, это у нас по классике Opel Corsa 98 года. 95 тысяч пробега, 1.0 бензиновый двигатель. Стоит эта машина 1800 злотых. Это у нас $420 стоит вот такой вот Opel. Вот такой вот опелек. Чисто жоповозка гасать на работу. Идеально, просто идеально. Ну а мы переходим дальше. Погнали. Так, я не знаю, с чего начать, тут все так близко. Давай начнем с этого. Это что у нас? Renault Laguna, которая практически никогда, никогда не гниет. Удивительно, но это факт. Renault Laguna 2001 года, в кузове универсал, 260 тысяч пробега, 1.9 дизельный двигатель. Стоит эта машина 4000 злотых. Это у нас $940 стоит вот такая вот Laguna. Неплохо, неплохо. А мы переходим вот к этому автомобилю. Так, ну что? А здесь у нас всеми известный Deo Lanos 2001 года, 175 тысяч пробега, 1.5 бензиновый двигатель. Стоит эта машина 3000 злотых. Это у нас $700 за вот такой вот Lanos. Неплохо, неплохо. Где вы еще купите Lanos за $700, друзья? Да нигде. У нас они стоят минимум так, 1002 баксов. Ладно, а мы переходим дальше, погнали. Так, ну что, переходим к рассмотрению следующего автомобиля. В Польше их просто немерено. На любую разборку заедьте, там этих запчастей просто немерено. Конечно же, это у нас Opel Astra 99 года в кузове универсал. 274 тысячи пробега, 1.6 бензиновый двигатель. Стоит эта машина 3200 злотых. Это у нас $750 за вот такой вот опелек, да? А мы переходим дальше, погнали. Так, а мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля, которых, опять же, не только по Польше, но по Европе их тоже немерено. Это у нас Ford Focus 2002 года, 205 тысяч пробега, 1.4 бензиновый двигатель, плюс есть газ. Стоит эта машина 3500 злотых. Это у нас $820 за вот такой вот экономный Focus, да? Неплохо. А мы переходим дальше. Погнали. А мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля. Это у нас Renault Megane 96 года, 165 тысяч пробега, 1.4 бензиновый двигатель. Стоит эта машина 2300 злотых. Это у нас $540 за вот такой вот Renault Megane. В кузове хэтчбэк, да? Неплохо, неплохо. А мы переходим дальше, погнали. Так, 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 так. А здесь у нас уже идет Honda Accord 99 года, 244 тысячи пробега, 2-литровый бензиновый двигатель, плюс есть газ. Стоит эта машина 4000 злотых. Это у нас $940 за вот такой вот Accord в кузове седан. Неплохо, неплохо. А мы переходим дальше, погнали. Так, а мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля. Если так грубо говоря, это у нас сегодня исторический экспонат, я бы сказал музейный. Это Ford Mondeo первого поколения 93 года с пробегом 316 тысяч, 1.8 бензиновый двигатель. Стоит эта машина 1900 злотых. Это у нас $450. $450 за старый классический, который был впервые разработан где? В Америке. Вот такой вот Mondeo. Неплохо, неплохо. А мы переходим дальше. Погнали. Так, а мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля. Это у нас Renault Clio 2008 года. 215 тысяч пробега, 1.1 бензиновый двигатель. Стоит эта машина 7600 злотых. Это у нас $1780 стоит вот такой вот Renault Clio. Неплохо, неплохо. Ну что, друзья, так как у нас уже практически не осталось машин, но мы еще снимем одну машину. Мы посмотрим, что это за автомобиль, вставая с этого ракурса. И уже, наверное, переходим к финалу. Друзья, это у нас Skoda Fabia RS.
То есть это уже получается спорт-версия. Офигеть. 2002 года, 235 тысяч пробега, 2.0 бензиновый двигатель, стоит эта машина 3000 злотых. Это у нас 700 долларов за вот такую, мать его, за ногу спортивную, да? За спортивную Шкоду получается. Ни хрена себе, нормально, друзья. Я такие, честно сказать, никогда не видел, а может просто не замечал. Но так бывает. Так, ладно, друзья. В общем, что хочется сказать. Это был короткий выпуск. Впереди вас ждет длинный выпуск, где мы будем детально рассматривать все машины. Возможно, даже два выпуска. Просто машин тут действительно достаточно много. Если короткий затянулся, ну сколько он там затянулся? Ну сколько у тебя там на табле показывают? Нет? 27. То придется, скорее всего, длинный растягивать еще немножко на дольше. Ну ладно, это уже дело такое. В общем, друзья, спасибо, что подписываетесь. Спасибо, что смотрите. Приезжайте к ребятам на Автокомис, выбирайте разные автомобили. Надеюсь, хоть какой-то автомобиль вам понравился. И вы обязательно приедете, его посмотрите, выберите, купите, там поедете, в общем, обрадуйтесь. Ну короче, ладно, уже не будем уточнять все моменты. В общем, друзья, до скорых встреч, всем спасибо и пока. Пока!